В рамках подготовки Нового года возрастает количество пожаров от неосторожного обращения с огнем, а также риск возникновения пожаров от неправильного устройства и эксплуатации пиротехнических изделий. За период прошлогодних праздничных мероприятий Нового года и Рождества 52% погибших были в состоянии алкогольного опьянения. В период с 1 января по 11 января 2015 года. В 2015 году в республике произошел 3881 пожар, в котором погиб 271 человек, в том числе 13 детей. А в первой декаде января, по статистике, в России ежегодно регистрируется до 730 пожаров с гибелью более 900 человек. У нас проводятся проверки мест проведения новогодних праздников. Все данные объекты взяты у нас на контроль, их у нас 687 объектов. Особое внимание в преддверии и во время новогодних праздников специалисты ведомства уделяют местам продажи пиротехники. По пиротехническим изделиям также у нас 71 объект по республике взят на контроль. Это один объект хранения пиротехнических изделий и 70 объектов реализации. МЧС России предупреждает, что ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику не в специализированных магазинах. И обязательно обращать внимание на наличие лицензии. Также следует быть внимательными и в обращении с гирляндами, свечами и бенгальскими огнями. Ни в коем случае нельзя запускать пиротехнику внутри зданий, помещений любого назначения, в местах массового скопления людей, с крыш, балконов. Главное управление МЧС по Республике Башкортостан будет переведено в режим повышенной готовности. Для обеспечения пожарной безопасности в местах празднования Нового года и Рождества будут задействованы более 2500 сотрудников МЧС и добровольцы. Алсу Хафизова, Антон Кучерин, городской телеканал ЮТВ.